Все горки выше 40 сантиметров приравниваются к аттракционам и подлежат сертификации. Все, что ниже, учету не подлежит. Для заливки выката или изготовления ледовой конструкции может использоваться только питьевая вода. Горка должна быть освещена в темное время суток, причем без образования теней. Виражи под запретом. Скаты и выкаты должны быть только прямые и плавные. За каждой горкой закрепляется ответственный ИП или юридическое лицо, который должен ежедневно следить за отсутствием выбоин, сколов и прочих неровностей. Перед входом на горку обязательно следует разместить правила для посетителей, телефоны экстренных служб и обслуживающей организации.